СМИ. Допрошен россиянин, давший Трампу компромат. Передавший компромат на Клинтон россиянин был допрошен в США, уверяют СМИ. В США был допрошен Ринат Ахметшин, лоббист и бывший офицер советской армии, который в прошлом году имел противоречивую встречу с высокопоставленными помощниками из штаба Трампа. Он дал свидетельские показания перед расследованием большого жюри, пишет со ссылкой на двух осведомленных лиц британское издание Financial Times. Ахметшин давал показания под присягой в течение нескольких часов в пятницу 11 августа. Это знак того, что специальный прокурор Роберт Мюллер проверяет встречу 2016 года в рамках своего расследования связей предвыборного штаба Дональда Трампа и России, говорится в статье. Как напоминает газета, встреча 9 июня 2016 года в Трамп Тауэр в Нью-Йорке находится в центре политической бури с тех пор, как стало известно, что старшему сыну Трампа, Дональду-младшему, пообещали информацию и документы, изобличающие Хиллари Клинтон, соперницу его отца на президентских выборах. Наталья Весельницкая, российский адвокат, и Ахметшин, натурализованный гражданин США, сохранивший российский паспорт и регулярно посещающий Москву, были среди россиян, присутствовавших на встрече, добавляет автор. В интервью изданию Ахметшин отказался комментировать свое выступление перед большим жюри. «Я не знаю, о чем вы говорите. Я ничего не буду комментировать», — сказал он, добавив, что относится с почтением к расследованию Мюллера и обещает полное сотрудничество со следователями. Питер Карр, представитель офиса специального прокурора, также отказался от комментариев. Напомним, ранее Трамп-младший признал, что во время предвыборной кампании летом 2016 года встречался с Весельницкой, поскольку рассчитывал на получение компрометирующих сведений о Хиллари Клинтон. Позже он выразил готовность рассказать Сенату о встрече с российским адвокатом. Сын Трампа выложил переписку о компромате РФ на Клинтон. По материалам сайта Newsgra.com.